Только расположились. Сколько время уже? 6 часов. Поднимались сколько мы? Часа 4. Вышли мы, подожди, 2.15. 2.15, 3.15, 4.15, 5.15, 4 часа. 4 часа. 3.5. Воды вообще мало. Воды мало, но рыбы много. Вот. Решили сразу поставить шатер. Че, может, сайру откроем, а? Ты еще взял сайру? Ничего, поверили, что ли? Мы кирку взяли, ее. Я уже поймал-то и мешонка маленького. О! Смотри! Таймень! Ты разобрался, да, Вадик? Базара нет, да? Таймень есть! Он не может не есть! Короче, все обрыбились. Воды очень мало. Запороли, можно сказать, 3 винта. Это вот наш дом. На 3 дня. А это мои друзья на 3 дня. Ладно, надеюсь, следующая съемка будет с крупной рыбой. Рыбу показать. Чистить? Неси. Хрена себе, Мишка, с рюмкой хрустальной, вообще расслабился. Разбить ее надо на счастье. Над тобой! К счастью, говорит, бьется. Вот, за 10 минут с Мишкой напороли. Да. Надо высыпать, так не видно. Что, мелких было сколько еще? Хорошо. Столько же выбросили. Ну да. Фига себе, так мы не увезем столько рыбы. Берегу, наверное, надо, Миша. Хорошенький. Давай, давай, я потом здесь. Я застолбил место. Приятно. Приятно. Мелкий, видать. Ну вот на эту, я говорю, с бусинами. Могу дать тебе, у меня есть с собой. У меня и шитики есть с собой. Ты будешь меня? Мальки, блядь. Чуть вперед сдвинуться на полметра. Бля, мелькает прям, видно.
хороший был. Вот они, на косе помидоры. Вот цветочки. Это как такое могло быть вообще? Что они такие, видишь, зеленые, но жестковатые еще. Нет, так понятно, что. Прикольно, блин. Хоть самый, вот саванок добавляли. А? Карю. Вот это поперло. Они, видать, подтянулись с ямы, что ли. На течение рванул. Блин, тяжело пошел. Здесь вот бокоплава. Попробуй. Есть бокоплав? Мне кажется, бокоплав. Не твоя нога? Нет. Ну вот черный. Вот, вот он, бокоплав. Но он черный. Вот почему бокоплав. Вот.
добавить. Нахапал?